Петр Порошенко и Дональд Трамп встретятся в Вашингтоне на следующей неделе. Информацию о готовящейся встрече подробностям подтвердили источники в американских и украинских дипломатических кругах. Впрочем, уточнили, график предварительный, но ориентировочно президент Украины проведет в США 3 дня и переговорит с Трампом тет-а-тет. В то же время для Конгресса разговор Трамп-Порошенко показателен. Джон Маккейн и 5 его коллег по Сенату призывали главу Белого дома встретиться с украинским президентом раньше, чем с Путиным. Призыв Конгресса, с которым у Трампа непростые отношения, был услышан.